Друзья, всем привет! Хочу вот вам показать монстерочку. Помните, я недавно приобрела себе? Вот она, монстерочка. Красавица. Ну вот хочу попробовать. Вернее, уже попробовала. Это привязала к ней мух. И вот хочу вам сейчас показать. Буквально дней 6, наверное, прошло. Друзья, мне кажется, это корни. Мухом обмотала. Вот они. Вот сейчас разверну, посмотрим, что там у нас. Посмотрим. Давайте вот с верхней начнем. Вот с верхней макушечки начнем. Посмотрим, что у нас там. Ну, сбрызгивала все время это. Сбрызгивала я. А что там так прям хорошо чепился этот мох. Опа. Да, тут тоже корешок суперский. Прям супер-супер. Я, наверное, прям сразу буду обрезать её. Смотрите, друзья, какой корешочек. Вот. Прям большой, хороший корешочек. Это вот макушечка. Я ее себе, конечно, оставлю. С Богом, как говорится. Вот она. Вот она, друзья. Я так рада. А то он какая-то... то будет кусту посажу, будет такие красивые. Сейчас еще посмотрим дальше. Вот, что там у нас дальше получилось. А я позавчера, гляжу, маленькие еще были. Думаю, вчера как глянул, уже большие. Надо скорее пересаживать. Черенковать ее. Черенковать надо. Сейчас поближе, может, опущу. Вот так. Черенковать. Тут, смотрите, друзья, тоже какой корень хороший. Тоже. Вот какой корешок уже. Вот. Как хорошо. Мох, правда, говорят, вам хохот хорошо укореняется. Так, дальше посмотрим. Развяжем сейчас. Вот. Посмотрим, что там у нас. Ой, боюсь, корешки-то обломаем. Надо очень-очень осторожно. А то они же... такие нежненькие. Ой, тут еще лучше корень. Еще лучше. Друзья, я так рада. Ой. Сейчас тут по черенку тоже. Смотрите, друзья, тут аж 3 корешка. Вау, какой. Три корешка суперских. Такие. Ну, поехали дальше. Давайте. Сейчас все посмотрим. Я, конечно, первый раз это делала. Ну вот. Пока вроде все удалось. Вот. Я не буду сильно мух обтряхивать. Пусть. Вот еще одна. Корешок какой хороший. Вот он. Беленький. Вот он. Вот. Дальше посмотрим. Ой, я прям боюсь такой. Вот еще. Посмотрите, три вообще. Три корешочка. Вот такие. Так, ну еще сейчас посмотрим. Ну, не знаю, то ли ее отрезать, пересадить, то ли ее оставить. Не знаю, что делать. Наверное, пока... Да даже не знаю. Тут какая-то палка прям не... Наверное, отрежу. Новый посажу. Весь пусть будет весь новый.
старая туго режется. Ой, пальцы обрезал, наверное. Ладно. Тут тоже два корешочка. Маленько, ну, ничего. Ну, сейчас я их все обработаю. Вот. Пойду. Вот так, друзья. Обработаю. Сейчас я пальчик помою, а то без перчаток была. Я обрезала. Хочу попробовать вот в эти новые стакашки. Ну, я, конечно, сейчас подсушу немножко, обработаю, подсушу. И потом эксперимент сделаю. Какие в амху сделаю, какие в перлите. Посмотрим, где лучше будет укореняться. Ну, пока. До новых встреч, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, кому было интересно. Заходите в гости. До свидания.